Накануне в Мурманске состоялось большое августовское совещание педагогических работников всего региона. А сегодня планы на учебный год обсудили в узком кругу учителя города-героя, которые отметили, что образовательный сезон школьники встретят в комфортных условиях. В Мурманске состоялось ежегодное городское августовское совещание, на котором педагоги наметили планы на предстоящий учебный год. Этот учебный год мы начинаем с очень хорошими результатами в плане совершенствования наших образовательных организаций. 26 образовательных организаций города Мурманска в плане стратегического губернатора «На севере жить» вошли в проект «Арктическая школа». В учреждение закупили новое оборудование, которое позволит школьникам с комфортом изучать предметы. Откроют классы дополнительного образования, где ученики будут получать новые знания, которые пригодятся и при выборе профессии в будущем. С учетом того, что сделали в предыдущие 3 года, каждая наша школа получила как минимум одно новое пространство образовательное, новый статус, новое качество оказания услуг образовательных. Кроме того, за ближайшие 5 лет мурманские школы должны создать новую образовательную среду,